Вау, это еще в стиле комикса сделано. Секс. Так, сложно, легко, нормально. Разработчик рекомендует. Брутально и беспощадно, только для хардкорщиков. Не, я не хардкорщик, кстати. Предпоследняя сложность, как я всегда делаю. В 2091 году повсеместные технические достижения, компьютеризация. Играть с русскими жизнями некогда еще не было так весело. Ага. Не успел прочитать, ну ладно. Да. Ладно, ты сам говоришь. Хэба. Классно было бы, если диалоги читались. Так просто. Усилимся. Солдат корпорации вспыльчиво следует инструкциям. Это было просто. Привет. Рывок, так. Куда? На чё? Иди сюда, говнюк, я прикончу тебя. Я бы на самом деле поменял бы. Управление некоторое. Ну, допустим. Типа как?
как-то. А, окей. Отвлекать. Тролль активна, хрен с нами. Походу активно. А типа ты их проходишь, они здесь. Я не знал, типа зажимаешь и вот такую вот бредятину фигаришь. А на энергию. Вау. Тоже не знал. У меня тогда энергии не было. Проверить. Тут прикольно. О, пистолет, давай сюда. Здоровье, правда, не мое. Ну ладно. Сейчас. Стопится. Если не стопится, то бесполезно. Какая-то хуйня, блядь, с этим приколом. А я.
Ну, в плане с мультирком. С боссом, может, еще, да, вот с толпой нет. Здоровый был место. Ничего не видел, так? Правильно. Если ты увидишь, то тебе конец. Вау! Убить или нет? Вы уж определитесь. Come on, boys. Я забавил меня щит. Симуляция. Наверное, жизнь довольно простая штука. Your bike gets in.
хозяин. Сейчас пройду. Понял. Это нужно еще убивать на за время. 15 секунд. Are you kidding? Так я не могу, меня убьют. Она. Срань, господи, я не опоздала. Смулик. В порядке? Ага. Пытал забраться до тебя, кто-то взломал твой чертов мозг. Это подстава, они послали тебя убить босса небес. Еще плохие новости. Они забрали твоего брата, чтобы ты сделал работу. Это значит, они его убьют, если мы не найдем его раньше. Выбирайся отсюда живо, направляйся в южный Рэнкок. Рэнкок. Я свяжусь с тобой там. Рен. Неплохо, кстати. 100 убийств, Сириус. С. С это значит сосистер. Сосистер чисто. Саппорт. Наемника? Руи. Что у нас? Подарочек от Санта. Не форме парень. Пара запчастей не хватает. Блин, озвучки не хватает в игре. Южный Рэнкок. Там мы прячемся после того, как это дерьмо появилось на небесах. Так себе местечко, зато люди хорошие. Все равно все к лучшему. Ну, я вижу, ты живой. Если бы я сам не принес тебя сюда, ни за что бы не поверил. Ты что, имя помнишь? Как ты здесь оказался? Кивнуть, а? Что бы там ни случилось, тебя изрядно потрепело, малыш. И я вытащил тебя из канавы без одной руки. Повсюду кровища и провода. Твоя маска совсем развалилась на части. Я бы, конечно, разобрал тебя на части. Но она попросила помочь тебе. Хотя просить обычно бесполезно. Я склеил твою маску с соплями, клеем и жвачкой. А еще я установил тебе новую руку. Попробуй что-нибудь сделать. Твое железо уже давно устарело. Еще я вставил тебе новый чип гражданина. Решил, что захочешь начать сначала.
Теперь можешь улучшить карму и быть легальным покупателем. Я покажу как. Капец, не хватает озвучка. Потому что можно забить на это чтение, все просто. Чисто раскипать. Очки способностей, понял. Новые способности. Вот, бля. РПГ, что ли? Энергетический щит. Да, ладно. Круто. Чё там тут? Интересно. Каждая способность может быть развита с помощью улучшений. Улучшение также требует непокупки способности. Помни, ты можешь отключить любую способность и использовать освободившиеся очки способности, чтобы активировать другие. Понял. Можно управлять этими способностями в любом месте. Понял. Куча осколков способностей, распорядись ими с умом. Если была бы куча, там ума распоряжаться способна. Да. Туда-сюда и все. Можно снимать. О. Это очень интересно. Это сейчас у меня оружие какое-то, да? Что-то за головами. А ты? Приказание. Предсказание дзен. Что-то много ты. И сейчас в южном Ренкуке. На самом донном дне. Проблемы скоро найдут тебя, если ты не найдешь их раньше. Ого, как да, сюда. Это хорошо. С одной стороны. Которые вставили тебе в голову и кое-что нашла. Сотрудник небес, кодовое имя Колдун. Я проследил его сигнал до южного Ренкога, дальше его след обрывается. Бывший Кокус там постоянно торчит в дворе Восток. Его можно разговорить за выпуском. Если Колдун в городе, Рустам знает, где он. Поговори с ним. Помни, ты можешь нажать левый стик, если потеряешься. Удачи. Смотрим. Ок. У ГГ очень... И харизматичные ответы. Кивнуть, ок. А больше. Ирга. Я тут еще. Эти разговаривают. Так, мне нужен восток. О, восток прям тут. Во, Рустам, да где? Рустам. За этой маской ты прячешь уродливую морду или что-то похуже? Этот вид должен впечатлить меня. Я знаю, что ты хочешь, точнее кого. Луна называет себя технарем, а думаю, ты называешь его своей следующей жертвой.
музыкируют с местной бандой под названием «Калеки». Они заставляют людей исчезать. Последнее, что я слышал, они спрятали его на подземном закрытой парковке. Кого именно? Если хочешь заработать немного кармы, там же ты найдешь парочку особо опасных преступников. За голову каждого назначат хорошую цену. Кью-кью. Я у него это... Маска разноцветная. Kill you. Давай двигай. И пусть это останется между нами. Волкуны нам не нужны. Станет хорошо, что ты забудешь обо всем, а что Дейзи. Я какая YouTube. Привет, я тебя раньше не видела. Я бы запомнила, но вот эта маска, мне-то она нравится. Наверное, под ней ты красавчика. Мы никто не был. Не были друзьями. Пожать плечи. Так, круто. Если хочешь попасть в клуб, поговори с вышибалой. Пока-пока. Вышибала. Ты не проходишь, права? О, блин. Он не пустил тебя, наверное, потому что у тебя слишком низкий уровень кармы. Ты же знаешь про карму, да? Надеюсь, ты скоро заработаешь достаточно кармы и сможешь пройти. Бля, Дейзи какая блидюга красивая. Можно помедленнее, точнее побольше чуть времени. Блять, хватает на два. Засаново. Да дай сломать-ка, блять. Самое слабое. Да блять, да можно попроще? Одну не хватило, блять. Да сука, блять, это было просто. Да иди ты нафиг. Блять, очень быстро. Да блять, не та кнопка, почему ты ее нажал? Да блять! Да блять! Сука, смешивается все. Да блять! Говна! Можно попроще-то взлом, ебать тебя в ухо, блядь. Ты не, я не успеваю набирать кнопки, ебаный пиздец. Ура. Говно пизды, блядь.
Ебаный рот, блядь, что это? Что это, блядь, было, не помню. Куда я вообще зашел? Нахуя я это делал? Закрытый паркур. Где она? Где закрытый паркур? Мне бы карту, кстати, есть карта? Бойцовский клуб зашел. А, закрытая парковка вообще вон где. Я. Хулиганка. Здорово, что опять? Хочешь сказать тем, что мне идет чаще улыбаться? Я здесь не для того, чтобы удерживать, я здесь, чтобы защитить Южный Ренок от слежки небес, ты со мной. Да. И все следят за всеми нами, чертовы коты. Маленькие пушистые твари, пролезающие в наши мозги, ворующие наши данные. Коты. Юридические осведомители, трансляторы, шпионы небес. Найди их, останови, вытащи данные и верни их ко мне. Вернись ко мне. Карму, информацию поделим. Верить тебе рискованно, но у меня положительно плохое предчувствие насчет тебя. Хорошо. Кашка. Надеюсь, ты там не припарковался. А если чё? А чё, если припаркуюсь? А, ну мне прям как раз надо туда. Мне вообще-то вот сюда ведь, да? Советуешь, конечно, мне надо, понимаешь? Попасть. Доберись до закрытой парковки. Да, пожалуйста, да. Так. А! Я-то думал. Я думал, попроще будет. А, вот почему ты соболезнуешь, что... Понимаю, блядь. Мы преследуем колдуна, придурка, что покопался у тебя в мозгах. Он знатно обгадился, если найдется, что коллеги его защитят. А, если надеяться. Мы на территории коллег, так что будь осторожен, не стоит их недооценивать. Коллеги, конечно, болваны, но кровожадные. Калики — это банда чокнутых третьих детей. Они прячутся от правительства под землей. Их лидер Нерв, известный псих, держит банду, используя устрашение и нездоровую отцовскую. Колдун у них всегда рядом. Он у коллег последняя опора, так что без боя они его не отдадут. Эти парни тебя прикончат, и глазом не успеешь моргнуть, так что поаккуратненько. Дружок, взять их. Смотри. Цель колдуна. Неосмотрительный хакер. Амбициозный что-то там. Черт. Амбициозный черт. Как? Амбициозный черт, мудак. Ни в какую сторону. Так, мини-карты нет, непонятно, куда идти.
калека. Живи, чувак, крутый. Ага, это я, да? Любопытное устройство, да? Калеки могут что угодно превратить в ловушку. Мусорные баки и ржавые трубы. Сирексы. Дохлые крысы и петарды. То же самое, да? Что такое сейчас упало у меня? Типа что-то карма? Карма. Ты получаешь немного кармы, собирай ее, чтобы увеличивать уровень. Да, есть такое. Блять, я обосрался, пиздец. Где полухокеры? Здорово. Ты серьезно ошибся, чувак. Это Юрий Коллег. Ты знаешь, что мы делаем с лохами вроде тебя? Nowhere to hide. Мы стащим эту маску с твоей ружи и кожу себе. Живем с деревом. Вперед, парни. Психованные, неуемные, вооруженные, слабо атакуют стаи. Да, ваша лебедь.
За то, что вам деньги плачу, остановите его. Ладно. Похоже, колдун в порядке. Будет он так же плохо, как и одевается. Подвал тупик, можешь приезжать его там. Взять. Смулик. Это у тебя собака, что ли, блядь? За компьютер. Куда, кстати? А знать бы, кстати, реально куда идти? Это, кстати, обидно. Не работает. Он почему-то был убран. Мой дружок по спорту устроил такой беспорядок, что пришлось включать молотилку для переработки оружия. Может, за это тебе дадут карму или сладкого? Главное, пизды, чтобы взять.
А вот он делает. Вау. Сидеть, песик. И... А теперь лежать. О, какой ты важный, да? Горячо дыра коллег. Самые дебри этой психушки, вызывающие коллеги. На, взрывающиеся коллеги. Это полный дух под дурдом. Серьезно, еще коллеги взрываются. Не надо. Это тоже что-то взрывается система? Опять ты.
Я видел твой мозг, маленький, жалкий, взломать проще простого. Тебе защиту обновить. Но какая разница, у тебя нет выхода. Ты в тупике и даже не понимаешь этого. Просто собака на поводке, которая носится за своим хвостом. Убейте этого клоуна. Don't do this.
Еще одна выскочка смерти ищет. С чего начнем? Отрежем ему, скажи, или его самодельную башку. Давай попробуем и то, и то. Жесть. 6, да, очков? Сейчас. Эй, что такое? Технический барьер. Призывание матрицы. Отхил. Это я возьму. Без затрат энергии. Сюда. Айнбит. Учитывая радиус поражения гранат на 20%. Шоковая, а это граната просто. Использование оружия. Так. 70% больше здоровья и энергии. Точная атака. Ну, такая у меня есть, в принципе. Такого я бы взял бы. Отражающий щит, на самом деле, да, надо взять. Сюда. Повеселимся вместе. Чел, ты. Главный среди коллег пообещал дотащить колдуна, а он слово держит. Подарок.
защищать вообще? Какой красивый. Но он все еще у меня на хвосте, сделайте что-нибудь. Нервы, да? Это что за обезьян? Наконец-то нарисовался. Не облажайся, нерв. Отрабатывай же. Отрабатывай, короче. Мы здесь внизу свое слово держим. Этот задрот у нас под защитой. Хочешь его получить с первого? Разберись со мной. С этой платформы сойдет только один из нас. Ты готов бояться? Ты же знаешь, какой исход будет? Так. Мне кажется, ни к чему это все. Вот значит, какой вкус у поражения. Салютую тебе, боец. Ты сегодня победил, а победитель забирает все. Делай с ним, что хочешь. Он все равно был как шило забить. Ты ему даже фатальти не пропишешь? Или он уже того все? Все. Четыре кармы. Нерва больше нет. Колдун остался без защиты. Теперь осталось его найти. Это колдун. Ну-ка, пойди, иди сюда, на колдун ко мне тут. Сука. О, привет.
Не бей меня. Я этого не делал. Ладно. Это я тебя хакнул, но они меня заставили. И босс, это не я. Это... Этот тварь взломал твой мозг. Он снова это сделает, если мы его не остановим. Подключи меня. Подключи меня. Покажет ему, каково, когда у тебя в мозгах ковыряются. Ладно. Брутально, знаешь, так? Ладно. Твою мать. Готово. Прости-прощай, колдун. Посмотрим, что тут у нас. Линза упала. Погоди. Есть, смулик. О. Если данные в жалких молекулах верны, мы можем найти твоего брата. Но сперва я хочу проверить, прежде чем мы возьмемся за дело. Как говорится, тише едешь, дальше будешь, верно? Поднимайся наверх, я с тобой свяжусь. Ладно. Окей. Кивнуть. Бля, заебись. S+, хорош. Какие? Ну это максимально брутальные ответы. Просто. Чё, кого? Здорово, пацаны. Думаешь, это все? Думаешь, мы тебя после этого всего просто так отпустим? Мы кое-что для тебя сделали. Вот, держи. Ебаться, блядь. Это я, да, ведь? Лира за автографами своими еще накидали тут. Неплохо. Теперь ты один из нас. Никогда не забывай об этом. Теперь мы будем прикрывать твою спину. Вау. И всего-то нужно было у босса их вольнуть и... И они меня перезавожали. Слушай, я хакнул мозги колдуна, и угадай что? Я нашла сигнал чипа твоего брата. Это же прекрасно. Ты же понимаешь, что это значит? Да. Да? Это значит, мы можем его найти, болван. Смолик. Мы можем найти твоего брата. Но все, что нам нужно, идти на сигнал. Нужно только понять, как его отследить. Механик сдаст тебе ID-трекер. Поставь его, и мы вернем твоего брата. Смолик. Alright, let's go. Let's go. Let's get to work. Yeah. Вот это и нам нужно поторапливаться, парень, уже началось. Концерт «Смутни» в клубе организован небесами, и не в курсе, что их фанаты все сплошь анархисты-бунтари, пока мы тут болтаем, коты ковыряются в мозгах. Ты знаешь, что случится, если не запроникнуть поглубже в наше серое вещество? Взломай этих чертовых котов и принеси мне данные. Нам надо перехватить эту хрень, пока она не попала в их штаб. Кипать. Яс, как бля. Ляху. Мастерская механикса, правильно говорю, да? Блять, эти ебучие коты искать надо. А как мне на крышу попасть, я не понимаю. Кто гандон? Я? Не понял, блять, извинись. Где мои суши? Спасибо, приходи еще. Да. Поговорить с геймером. Есть классные игры, могу поменяться. Shadow Warrior 69, Crystal Souls, Golden Black. Все, что хочешь, чувак. Ну, подожди, еще чем. Виртуальность сосет. Никаких навыков, одна имитация. Ну, давай еще. Black Absolute Edition. Solar Dance. Че, это игры Devolver, да? А вот, Механикс. Твоя подружка звонила насчет трекера, но я слышал, что ты сделал с теми коллегами. Так что я сказал, что не хочу иметь с тобой никаких дел. Мне проблемы не нужны. Но она умеет убеждать. Да, она буквально забралась мне в голову.
идет какое-нибудь нездоровое дерьмо, вы, ребята, ляпнись. Пристально смотрите. Ладно, понял, не мое дело, но она на меня такой грязи накопала, шантажировала просто. Ладно, забей, что было. Вернемся к антитрекеру. Принеси его сюда. Ставим его в твою маску, как я говорил. Он работает по официальным каналам прослушки СУП. Незаконно, но надежно. Кстати, я еще твой байк починил. Можешь его тоже отследить. Он припаркован неподалеку, просто нажми левый стик, чтобы его найти. Давай действуй. Брутально уйти. Давай присни, чувак. А можешь делать с этой штукой все что угодно. Да за последствия я не отвечаю. Где мои сушки? Где мои сушки? Где это? Ух, ебать, сестра беспорядка, блядь. А привет, красавчик, ищешь спасения? Нет. Мы предлагаем избавление через страдания, освободи себя от оков и рыков и обвини в себе то, что было разъединено с целью контроля и санатно. Боль, наслаждение, вина, невинность, свобода, радость, добро и зло, рад и ад. Навесь ярлык на любое человеческое чувство, и его истина будет потеряна. Обрати свою веру в церковь беспорядок. Испытай страдания и будь вознагражден. Уйти. Но это сектантство какое. Я жду твои страдания. Ты ебанутая, это, блядь. О, привет, не думал, что снова тебя встречу. Недостаток кармы может напрягать. Пожить плечами. А, понятно, моя семья была такой бедной, что им пришлось меня отдать им. А ведь я даже не третий ребенок. Но все к лучшему, модная работа, модные люди. Я сопровождаю на приемы всяких важных парней. Нет, ты глянь на меня, болтаю тут и не даю тебе пройти и потратить честно заработанную карму. Ходи. Я буду за тобой приглядывать. Ля, сука, Брюс Уиллис, чисто. С еще с шевелюрой. Не переживай за меня, он просто завидует, потому что им приходится стоять здесь весь день. Заходи, оторвись. Уйти. Увидимся в танцполе, пупси. С тебя, випер. Вау. Алиночка. Твоя слава бежит впереди тебя, друг. На улицах только шум о том, что ты сделал с коллегами. И говорят, ты еще не закончил? Ты кое-что мог бы сделать для унесенных жителей Южного рынка. Если кажется в здании небес тебя, там встретит ангел или два. Это робот, который охраняет коммуникации в сети небес. Может, окажешь мне услугу? Как между нами? Есть у меня банда, которая занимается перевозками для торговли в сети небес. У меня там свои люди. Чертовы ангелы узнали про это, и бизнес пришлось на пару недель прикрыть. Если вытащишь моих ребят, я смогу снова вернуть себе дело. А ты получишь вознаграждение, идет? Осторожнее, милый. Ангелы хоть и машины, но психованные. Просто знай, твоя награда того стоит. Вот небольшое поощрение, чтобы показать, что я всерьез. А тут типа... Ты говорил, что надо пить за счет заведения? Разумеется. Типа нельзя зайти в бар просто. Там... Да заебись, блядь. Я думал, на девочек сейчас посмотрю. Там одна Алина, блядь, ждет меня. Да иди ты нахер, Алина. Тик своему байк. А, вот байк, да? Это мой байк или нет? Я ведь даже понятия не имею, где мой байк. Это что за обоссыш? Бойца сразу вижу. Смотрю на тебя и понимаю, что ты крепкий ореш. У меня тут свое небольшое дело, и я думаю, тебе будет интересно. Элитный подпольный бойцовский клуб. Хочешь испытать себя в бою? Да или нет? Нет? Готовься. Я знаю, что ты вернешься, и я буду ждать тебя на этом же месте. Очень, конечно, классно, здорово, интересно.
Узнай свою судьбу. Что это? Свет таится в центре Земли. Символ поражения света. Не просеешь, а померкнешь. Сначала поднимешься на небеса, потом погрузишься в землю. Трудностях стойкость. Ебать. Ты вторгся к небесам, мальчик. А такие дела не остаются незамеченными. Твои действия привели к развязыванию насилия. Тебе остается только принять свой путь. Он темный. И ты несешь эту темноту с собой. Жизнь твоего брата — это совет. Свет, который ведет тебя. Помни, найти выход можно только пройдя весь путь. Ищу. Я поведаю тебе твою судьбу, если ты принесешь мне 3 монеты из моего следующего приключения. Больше они никому не нужны в этом мире, Харли. А, да? Где мой... бар удовольствия, кстати. Где... мой байк? Вот это вот, по идее, должен быть мой байк. А, подожди, метраж указывается. Really serious. Я не видел, не замечал. Понимаешь? Во, реально есть байк. А чё он так далеко не стоит? Во, реально мой байк. Сейчас здесь еще 10 тысяч уровней. Балдежно. Зона Ханза. Сигнал, который я получил из черепа полуна, привел прямо сюда. На самый крупный и серьезно охраняемый логистический комплекс во всей области. Твоего брата держит где-то здесь. Блин, как здесь не хватает озвучки? 200 километров... 200 с лишним км/ч, офигеть. Это Кахомата? Кого? Хай! Йоус! Где с Ханзом? Эй, шлюпок, это запретная зона! Давай вали отсюда, шевели поршнями! Технопсы, наемные ублюдки, постоянные жестокие фанаты пулемета. А у меня есть катана. Ну или что это такое? Напопала. Сирены, транспорт и бешеные техники с пушками. Думаешь, они нас ждали? Смолик. Хрустнуть кулаками. Трекер твоей маски будет отслеживать сигнал твоего брата. Нажми левый стик, чтобы обновить. Пошли, Смолик. Инерция на способности.
кого, блядь? Какая инерция? Ускоритель рефлексов какой-то. Так, интересно. Генерирует энергию за счет здоровья. Держит тебя, чтобы получить. Я себя. Когда активен, призывает матрица здоровья. Постепенно становится без затрат энергии. Круто. Так, у меня вообще 6, в принципе. Мощная атака. Склонно доверять. Вы не осмотрительные и нестабильные. Я здесь, чтобы обеспечить безопасность. Рабочие мне доверяют. Я всех вас вычислю. Вам точно не взломать ни одного ёши. Никому не обмануть мои суперзадатчики. Что такое суперзадатчики? Это типа датчики, но только супер, да? Thank you.
пытаться. Взорвался, сука. Вау! Мы пытались босс, но их было так много и такие сильные, мы подавили вас. Невероятно, ты убил нервы, стал их лидером, и псики пришли сюда, чтобы драться за тебя, смуги. Преданные хулиганы, это посмотри. Так я так и думал. А ты только понимал. Ну это короче ничего так. Нам надо поменяться роботами. Работами. А, да? Ну так, ладно. Я просто поверил. Эта зона относится к корпорации Небеса. То есть, это место тоже принадлежит боссу. Может ли это значит, что его хотят убить? Его же люди. Хозяин. По мне, так обычный круг.
играть в холодное оружие, прочность 4, как? Серьез. Хороший эпископ, мне нравится. Военные преступления, вы шутите? Я был для этих людей героем. А где мой епископ? Здесь босса. Надо бомбочку подать. Не так и много, конечно, да?
Блять, как он заколебал душить этой хуйней. Этот неспящий улиц автоматический сборщик конвейеров, поездов и грузов, настоящий индустриальный кошмар, охраняемый могущественной матерью и ее ангелами. Сейчас найдем. Какой-то конвейер. Интересно, что они здесь делают с мобиком. Если не считать машины, то тут, на удивление, пусто. Так автоматизировано все что. Я такое впервые раз вижу. Впрочем, мы его еще в сборе не видели. Кто знает, там, на что небеса задумали, явно ничего хорошего. Я даже не попал. Я этого даже не заметил. Боеприпасов мало было. Давай еще, что это такое? Берем. Сейчас найдемся. Заряд остался. Или два. Неважно, мало. Я могу работать на орбитальной станции. Вернемся к делу. Serious? Are you fucking serious? Можно сдохнуть? Нам надо поменяться. Хочешь убивать меня? Thank you.
найдем. Что такое? Что это, встречка? И я сожгу тебя дотла. Бегите, ребят. Надо мать убить, да? Блядь, че мать? Утихомирьте мать, че мать? Мать разбушевалась. Я ее боюсь. Чё её боишься? Не надо, не бойся. Подступать же можно, да? И стать из... Цель обнаружена. Запускаю протокол защиты. Хрен тебе. Разделан этот душу. Подними свой щит, смулик. Живо. Ебать. А как против нее восстановить? Это да. Как жить-то, блять, сука, ебать. Срочно щит надо прокачать. Энергию, кстати, тоже прокачать. Что это такое? Перегрузка. Вам скажу. Ладно, пускай будет. Все равно мне нечего прокачать больше пока что. Все, что мог, прокачал. Хотя есть вот барьер кинетический. Но это не то. Как мне направить-то от стены, если попробовать? Ну уже лучше, кстати.
не отпускает Ледина. Злобная сучка. Найди и отруби ее резервное питание, пока она не в режиме восстановления. Скорее. А где? Только не говори, что будет вторая волна. Оно? Возьмем карму, да? Да. Это сдох. Там типа не пройти, да? Когда люди бегут, робот их защищает. Возможно. А как это резервное питание? Вот это вот? Вот оно, ангел. Воспомогательная машина матери. Сломай его, пока она не восстановит. Восполняет энергию. Объясни. Зона Ханза, один из важнейших объектов в небесе. Увидим, что они собирают ангелы здесь, чтобы поменять это место. Видишь? Впереди красное око, бей по нему, пока ангел не перегреется и не выполнит ядро, ядра. Разбей ядра, пока они не остыли и пока ангел не интегрировал их обратно в себя. Бей в око, бей, разбей ядра, убей ангела. И дело сделано, веселись, дружок. Смотри. Отлично, один есть. Но могу поспорить, настраивай еще один ангел. Найди его и прикончи. Сюда. Thank you.
Нам надо поменять сорвот. Ага, и сюда. Что такое? Призрачный взлом. Заставь врагов биться за тебя, используй, чтобы взломать. Но это на Б, не то. Anyway, что это? Увеличивает безопасный модуль боевого оружия. 30. Какая пушка? Игры кончились, черт. Гори. Король трафика, ты идиот! Разрушать мой объект? Ты не понимаешь, просто пешка. Поворачивай обратно, или это для тебя плохо кончится.
не тот грязный старикашка король трафика, он глава этой зоны. Он пошлет против нас толпы самой разной охраны, так что будь настороже. Твой брат где-то здесь, на этом огромном заводе. Найди его, дружок. Робота не может быть тягость, но я запрограммирован так говорить. Смотри, этот ног взлома внутри клетки системы жизнеобеспечения. Они используют для перевозки людей. Потому что это жуткое творится. Хрен знает. Я даже не знаю, как тебя зовут. Вот так меня больше всего насторожило. Опять ты мне показываешь его. Что такое? Ты упрямый кусок мяса. Я надеялся, что до этого не дойдет. Хотя... Нет, надеялся. Но ты сам напросился. Убийцы из триады, ваш выход. Покажите мне, что я не зря вам плачу. Это что за полупокеры? Пора умирать. Enough time, дай. А кого он убийца стихии эффективной смерти небес. Давай посмотрим. Кого? Не почувствовал.
Обидно. Ого, это были обычные убийцы, профессионалы. Не то что бесполезные технопсы в охране. Двигай, дружок, ты нужен, брат. Блять, как же угораздило сюда попасть этого брата. Так, кто-то выходит, да? Давай, я жду. Зона Ханза. Помнишь, что пустошь со старыми развалинами, где дети играли в прятки? Не, ты не поверишь. Но это то самое место. Посмотри, каким чудовищным оно стало. Твой брат всегда хорошо прятался, но на этот раз у него есть преимущество — его сигнал. Просто следуй за ним. Прикинь, надо брату быть в конце убивать. Не поймешься, прикол. Thank you.
Господи, сигнал твоего брата идет прямо из этого модуля. Должно быть, да, он внутри. Куда они его забирают? Мы должны придумать, как прилететь этот модуль. Давай, следуй за ним, смурик. Ага. Да я понял, что цель отследить, блядь. О, милый вампир, эти враги засасывают всю электроэнергию и жизнь, и истощают твои ресурсы. Распущи этого сукина сына, пока он не высылал свою силу. Димич. Давай. Вот он. А куда они его забирают? Мы должны подняться сюда, нам надо вытащить его. Смотри. А как это сделать? Я взял меня в спину, что так на самом деле. Thank you.
подпись ты, блядь, фотокарточка. Это слишком резко. Так эпилептика, ну, можно стать. Что тут предлагаешь? Скорость лечения у тебя? Отлично. Так. Это таран. ХЗ нужен вообще? Пора. Перегрузка. Блин, ну щит прям супер нужен, конечно же. Можно прокачать, типа, но... Не на замену щита. Сколько у меня? Ноль, да? Без проблем. Заебал этот брат, блять. Я видел, как ты час назад умер. Какой черт ты еще тут? Может кто-нибудь из вас, господин Кретина, его убить? Просто сделайте это. Уши, моя семья сделала меня таким, каким я был. Мне пришлось их всех убить, чтобы стать тем, кем я должен был стать. Да, зачем? Где вообще нахуй? Я потерялся 4 раза уже. Все, что ли? Эй, я думаю. Вы люди такие милые. Не обобщай.
Твоего брата не видно. Черт, где же он? Смули. Хорошо, у нас есть трекер. Да. Да, сука, ебучий брат, блядь. Не вылазь у меня на монитор. Блядь. Заебал. Я тебя понял. А я. Берем. Давай, красавчик.
Окей. Обычно я последнее, что видят люди. Да, согласен. Стой. Чё, вылазь на бой, чучело. Как ты там, город трафиком? Ты вообще соображаешь, что ты говоришь? Зачем бы ты не пришел? Ты это не получишь. Знаешь, именно я за этим я пришел. И ушел. Я потерял сигнал. Смотрит. Стой, погоди. Король трафика заправляет в этой двери, он знает, куда они забрали модуль. Найди этого жалкого червя, и я строю в него башку. Посмотрите вот это. Я добавил его в твой трекер, взять его дружок. Смотрим. Цель рубля. Старый мерзкий маленький чучело-человек. А вот это. Чучело-ебан. Вот с твоим братом забрал такой трек, а больше можно не париться. Связался. Пора тебе познакомиться с моей личной охраной. Лучший из лучших. Посмотрим, как ты с ними справишься. Ля пупса. Экс. Всего один человек? А вряд ли это стоит усилий.
экзонаемники. В эскорунию терминаторы, матерые преступники с их распоряжением. В их распоряжении самое тяжелое вооружение. Меня пугает больше всего посередине, чел. Если человек, я Йоши. Эта защитная полоса не позволяет нам просто добраться до короля, но другого выхода нет. Я пробую ее взломать, а ты постарайся выжить. Как говорится, покой нам только снится. Смулик. Тихо, геймпад, блядь, не расстраивай. Так, это я вообще не пользуюсь, в принципе. Можно и так вот сделать.
увеличивает прочность холодного оружия еще на 50% от базовой. Еще ангел? Как по заказу. Король, должно быть, думает, что хорошенько нас прижучил. Смотрим. Кто знает. Козел, блядь. Понял я чё, почему ни одна не сломалась.
Господи, что это за безумные машины, где этот чёрт? Чё-чё? Чё, как у тебя там дела, Антох? Понял. Че, во все тяжкие, что ли, пошел в Counter-Strike? Не знал, что ты играешь в Counter-Strike. Я думал, ты нормальный. Не забей. Значит, это вы натворили? Лугово короле. А знаешь, почему король трафика зовут главой Танза? Потому что у него только голова и осталась. У меня скоро перерыв. Хотите водки? Ну давай. Значит, ну да, профессор. Давай говорим. Опять этот тоже водки предлагает. Вы жестокий, я нахожу это очаровательным. Это вот это вот король трафика. А вот и ты. Самое время прикончить тебя. Поиграем? А тебе уже пора бежать. Беги, Смурик. Понятия не имею, что за треки играют. You better run. Fuck you, asshole. Может, его, кстати, вот этот прикол у меня? Бах. Да, блядь! Так, а я медленный, пиздец. Жопа, пизда. Можно как-нибудь не умирать? Я не так. Мне энергии нет больше. Эква. You
А, я забыл, у меня эти приколы есть. Я как бы... Я забыл, я просто думал, что мне реально просто надо бежать как-то. Блять, забыл, прикинь. Ну когда паника, как преследование, да, забываешь. Это плохо. Не шазамец? Подожди, здесь там сидец. Пустое место. Очередное разочарование большого пса. Огрести хочешь? Чучело. Агрессивно размять кулаки. Ну вот и я, рискни. Давай похороним ублюдка. Да, попробуем. А если урон не наносится, убил? Блядь, заблокировал мне последний пиц. Мне надо его подловить вот на эту штуку, правильно? Или нет? На башню. На башню или что? Точно, да. Блядь. Да блядь. Я тебя понял, залупа. Блять, конечно, верим мне. Ну куда там уходить? Надо сделать так, чтобы он был в середине. Вообще шустрый, черт, блять. Блять, я просто не успеваю. Куда ты, куда? Куда ты? Куда ты там, блять, уходишь? Скажи мне, куда, блядь? Я не вижу. Ну что-то зацепился и все. Короче, я буду тоже в середине. Да, блять. Его рогу и ёбнула. Хорош. Да ебучая стена, блять.
Ну вот и все. Помоги мне взломать его мозг, и мы узнаем, куда он отправил твоего брата. Взять его. Нет, ты совершаешь ошибку. Я всегда был верен боссу. Всегда. Это все они, не я. Это была их идея, ты должен не поверить. Брось. Ты видел, на что он способен? Забрал твоего брата, а теперь хочет вертеться. Просто пусти меня к нему в голову. Нет, послушай. Поджарить или взломать? Взломать ты. В любом случае, может поджариться. Класс. Ты это видел? Должно быть больно, а? Карма та еще сука. По крайней мере, мы знаем, где твой брат. Он на одной из сфер. Кошмарное место было под городом. Чтобы туда попасть, нам нужен биоключ короля трафика. А значит, он идет с нами. Двигай, говнюк. Это не я тебе, дружок. Это я ему. А теперь назад в город. Будем готовиться, Смулик. Смулик, она всегда в конце сообщения Смулик пишет. Сколько смертей? 3? 6. Надо выбрать 6. Но я не сразу понял, что надо делать. Ну вот. С биоподписью короля мы почти завалимся на ферму. С биоподписью короля мы просто завалимся на ферме и два счета заберем твоего брата. Мы теперь трио, да, король? Пошла ты нахрен, сука. Ты понятия не имеешь, во что ввязалась. Я на тебя не работаю. Это мы еще посмотрим. А пока вот тебе совет. Постарайся не быть таким говнюком. Пожалуй, нам придется опять заглянуть к этому старому хрычу Механикс. Он модифицирует нашего неблагодарного друга, чтобы тот показал нам, куда идти и не убил по пути. Уверена, он будет жутко рад тебя видеть, передавать мне привет, Смугик. Слушай, парень, я последний раз тебе помогаю. Плевать, что у нее есть на меня. В смысле, король трафика. Да, псы из небес меня на куски порвут. Я не хочу, чтобы меня нашли в мусорном пакете на части. Это ты верно подметил, дружище. Разозлишь меня и пойдешь на корпуса. Ты сплошной геморрой, мать твою. Тащи свою бесполезную задницу на верстак. Куда я дел молоток? Что? Ты не посмеешь. Я вас всех убью. Вы будете гореть в аду, вы. Эген. Вот и все. Ублюдок жив, но теперь он будет выполнять только то, что ты ему прикажешь. Я подавил большинство его болевых функций и оставил полностью в сознании, просто чтобы побесить этого надоедливого мудилу. Конечно, он будет сопротивляться. Но для этого есть тизер. Это электронный поводок бьет адски больно. Если не будет слушаться, просто нажми А, чтобы показать, кто тут хозяин. Брутально уйти. А теперь своди своего уродливого песика погулять. У меня дела есть. Ух, бля, чё-то я заебался немного. Тут есть сохранить? Или посмотреть всё это? Подожди, сколько у меня? 4, да? 4, это можно прокачать чуть-чуть. Так, да, красиво. Сделаем красиво. 4. Это что за чучело?
Мне кажется... Мне кажется, сохранилось. Сколько прошел? Фига себе. Считай, больше половины игры. Интересно, внезапно. Осталось, а я прошел 9. 7 осталось. Слушай, прикольно. Прям бодрая.